Хейл, гейсонышки, мы продолжаем бродить игру под названием Tiny Toons Adventures. Ну что, поехали. Дальше у нас, как я и говорил, водопад чертов. Чертовский ненавистный мой водопад. Только на суше... Тут должны быть акулы. Я точно помню акулу. Странно, на самом деле, уровень здесь сделан. Половина да, половина нет. Правда, каюк. Так. Ой, а тут случаем... Стоп. Надо проверить. Нет, он... да, здесь секретка. И здесь нужно по пружинам прыгать, да, это... Вот это я никогда не мог пройти. Ну, или я проходил, я не помню. Потом будет на каждой просто птичка. О, видите, уже снизу. Нужно по морковкам ориентироваться. Главное, ориентируйся по морковкам. И то, что они мигают и пропадают, это мне не нравится. Это долго. Но зато мы с вами, так сказать... Ого, меня чисто зацелуют. Я удивился, как я не зацепил. Блин. А мне интересно, что дальше. Может там... Поняли, просто три таких. Ты-ты-ты-ты, контишки. Посмотрите, у меня же 22. А так, раньше я просто собирал все. То есть все морковки. То есть вы поняли, почему я говорил, что у меня было 25 с чем-то этих кентишек. Именно на этом уровне я все сливал. Именно на этом. Что-то я акул не видел. Походу я как-то быстренько проскочил. Там такие акулы, они получаются с левой стороны такие резкие, на другую сторону. А сейчас будет довольно прикольная локация. Типа она запоминающая, потому что там... Да, с одной стороны легко запутаться, куда идти, но с другой стороны тут и босс. Да, то есть эта серия, ребят, короткая очень. Что это за место? Корабль призраков. Здесь будут сами призраки, но их, кажется, нельзя убить. Босс из таких... А, нет, призраков можно убить. Рыцаря. И я дополз. А, еще вспомнил игру. Не знаю вообще, почему я не сказал. О Человеке-пауке, о Бэтмене. О Мстителях. Люди Икс. Да, это тоже все у нас будет прохождение, скорее всего. Но я сначала буду самые такие прикольные проходить. С
следующую игру, наверное, я буду проходить за черепашками. Ну, так там, конечно, не так уж долгая вообще сама по себе игра. И ту игру будем проходить на максималке. То есть уровень сложности. Ну, я потом расскажу про механики. Про мех... Ох, черт, да, здесь же еще невидимые полы. Так, ладно, тогда бежим сейчас наверх, так как куда бежали, и попытаемся пролететь. Во, видели? Там можно было попасть, но я не попал. Ладно, если что, туда можно было сокращение пути сделать, и все. Но я это уже сокращение пути не сделаю. О, здесь лучше так сделать. Да, я себя коснул, да. Но тоже бессмертие. Которое некоторые скажут, а зачем тебе надо? Чтобы взять сердечко? Для чего ж еще? Ну что, не знали? А она ж... А, не, я могу подняться. Ладно. Я себя надамажил, но я куда хотя бы попал. Так, да, я правильно бегу. Много ловушек, много врагов и выход. О, это один из тех, где враги. Ну, босс. Это же те самые сокровища. Не смей трогать мои сокровища. Монтана, Макс, я первый их нашел. Сокровища принадлежат мне, Бастер. И я пойду на все, чтобы получить их. А здесь довольно сейчас будет такой босс себе. Если я в воду падаю, я в воде остаюсь. У меня ж... Ой-ой-ой. У меня ж хапули. Тут в основном всегда вот, да, проблема... Куда идти? Подожди, он всегда будет влазить, что их где-то появляется? Нет, меня надурили. Меня надурили, меня обманули. Это надоел, Макс. Ни одно хп, я не хочу умирать. Вот это было опасно. Это тоже было опасно. Фух, как-то с чем-то я это смог. Если хочешь увидеть... Так. Увидеть и вернуть свою ушастую подружку, отдай мне это сокровище. Макс, это же нечестно. Да, вот так все и происходит, ребят. Поэтому мы на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.